Здесь, ребята, происходит разделение поездов по направлению. Передняя часть поедет в аэропорт, а правая поедет в Поппенбюттель. Заранее людям сообщают о том, что поезд будет разделен. Они, те, кто едет в Поппенбюттель, уходят назад. Те, кто едет в аэропорт, находятся, остаются впереди или переходят вперед из задней части вагона. Надпись на как раз гласит об этом. Что три вагона задних едут направо. Дается сигнал, происходит разъединение. Двери закрываются автоматически. Все. Точно так же происходит в обратном порядке.